26 января Иркутский областной суд начнет заседание по апелляционным жалобам осужденных по делу о лифтах. Двое из осужденных получили условные сроки, а трое реальные и сейчас находятся в Иркутском СИЗО номер один. Среди них под стражей наш друг и партийный товарищ, руководитель фракции КПРФ в ЗАГС Собрании региона Андрей Сергеевич Левченко. По приговору Кировского районного суда города Иркутска 29 июля прошлого года именно Андрей Сергеевич якобы организовал картельный сговор, что якобы и привело к получению незаконного дохода в 1 миллиард рублей. Как вообще к такому выводу пришел Кировский районный суд? Андрей Сергеевич не являлся ни учредителем, ни работником предприятий, которые устанавливали лифты. При этом все лифты в городах Иркутск, Ангарск и Усолье-Сибирское установлены и работают без замечаний. Обвинением и судом не установлено, что Андрей Сергеевич и работники компании присвоили хотя бы 1 рубль. Но бесплатно компания поменяла аварийные лифты в целом городе, устранив реальную опасность для жизни людей. Так почему наш товарищ за решеткой? Только потому, что он коммунист, он за народ и выполнял свои депутатские обязанности. Мы не случайно находимся здесь, в центре Иркутска, на этом священном для нас месте, на мемориальном комплексе борцов революции. Здесь захоронены люди, которые погибли ради становления советской власти в Иркутской области. Но памятник им был разрушен, утерян властями и не восстанавливается уже 5 лет. Это яркая демонстрация власти ко всему народному, справедливому и честному. Мы обращаемся к президенту России с требованием остановить судебный произвол над оппозицией, остановить беззаконие в Иркутске и вынести нашему товарищу и всем, кто несправедливо осужден по делу о лифтах, оправдательный приговор. Мы требуем оправдательный приговор!